Очень, да, интересный матч. Первого периода складывались не в нашу пользу, но в третьем переломили. Это очень добавило эмоций в раздевалке. Сейчас особо приятно выиграть матч и, соответственно, турнир. Ну, стандартный вопрос. За счет чего удалось так камбэкнуть? Ну, мы с первых минут уходим на победу, играя. Просто, наверное, не все получалось. В третьем периоде больше, наверное, удачно. Без удачи никак в хоккее. Вот, удача нам повернулась, и мы свои работы ее, кстати, заработали. А если говорить о, скажем так, предустановке на матч, вы говорите, мы выходим играть на победу, однако я думаю, что тренерский штаб не до конца был доволен действиями. Может, в перерыве что-то как раз втором сказали? Ну, конечно же, пару ласковых заходит, как без этого. Но это коллектив мужчин, все прекрасно все понимают. Вот, ничего страшного в этом нету. Мы сами понимаем то, что где-то мы там неправильно сделали, не по заданию. Вот. Но мы через работу, опять же, все доказываем, и все получается. Очень здорово, болельщик приходит на матч домашнего кубка. Насколько сегодня поддержка помогла? Да, вообще супер. Особенно после вот третьего и четвертого гола. Это было вообще так приятно было это все наблюдать. Вроде бы турнир не регулярка, а так много и так заряжает.